Всем привет! Нас ждут великие дела. Для начала нужно лечь поспать. Утро вечером удлиннеет, так сказать. Так, ну что ж, let's go. У нас есть много железа, поэтому мы начнем с доспехов, я думаю, да? Так, как делаются доспехи, я не помню. Ага. Первый доспех, потом второй. О, как много железа уходит. Но это нужно сделать. Третий и тапки. Да, белые тапки. Нам нужны белые тапки сразу же. Ну что ж, теперь давайте мы оденем наше обмундирование. И теперь, видите, модель более-менее встает нормальной. Если можно так сказать. Ну вот, другое дело. Смотрите, все, теперь у нас есть суперзащита. И нас будет убить гораздо сложнее. Вы чуете, да? Все, забираем все железо. Нам нужно будет сделать хотя бы одну железную кирку. Ага. Все, смотрите, уже железа мало осталось. Быстро железо уходит. Потом сделаем вагонетка нам нужна. И все, и хватит. Так. Потом мы выбрасываем все это лишнее дерьмо, все эти стекла бесполезные. Так, все, выбросили. Пускай здесь валяются. Ага, потом вот это положим сюда и выбросим это. Так, у нас есть 22. Давайте возьмем опять дубовые доски. Ну что ж, давайте начнем делать рельсы уже. Рельсы делаются вот так. То есть сначала мы должны сделать палки. 14 палок, мало. 18. По-моему, они вот так делаются. Ой, это лестница, это не то. Ой, как дорого стоит. Там, по-моему, вот так делается, да? А, не, 16 штук, это, в принципе, неплохо даже. Я думал, будет штук 8. Все, у нас наконец-то появились рельсы, и у нас есть вагонетка. Потом я, наверное, сделаю, чтобы я прямо из дома мог выезжать и прямо сюда вот заезжать. Так, эта чушь нам не нужна, нужно будет ее закрыть чем-нибудь, например, булыжником. Окей. Ну и эту тоже давайте закроем, чтобы я потом не провалился случайно. Я пойму, что здесь закрыто у нас. Ну вот, такая вот у нас красота. То есть надо решить, с какой мы стороны поедем. Ага, так мы копаем, не до конца копали, да? Угу. Хорошо, ладно. Ага! Ага! Так, ладно, все, давайте уберем это дерьмо по фасту. Уран, уран. Уберем лишнее, давайте. Так, мы сделаем сейчас таким образом. Учитесь. О, у нас еды мало. Мало еды. Так, что же у нас с едой? Как обстоят дела? Дела у нас печальные. Так, у нас есть эта шляпа. Опа. Ага, подобрали саженец. И еще подобрали, да? Теперь что мы сделаем? Давайте посадим саженцы. Всего лишь две штуки подобрали. Слабо. Можно, конечно, сбегать там, поймать свиней каких-нибудь. И потрошить их надо. Так. Во, одна буханка хлеба. Профит. Нормально, пойдет. Все. Так, броня у нас есть, хп есть, а мало у нас еды, конечно. Но я думаю, мы не умрем от этого. Что же мы делаем теперь? Теперь мы ставим, давайте рельсы начнем ставить. Ага, я думаю, лучше, наверное, с этой стороны будем ставить рельсы. Например, вот так, вот так, вот так, и 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 вот так. 8, так, 3, 2, 1, вау, и прям туда. Здесь мы сделаем следующее. Пока я сделаю тогда вот здесь его дырку. Угу, и поставим сюда верстак, пускай он здесь стоит. И мы попробуем сделать таким образом. Сделаем ступеньки, да, чтобы мы могли подниматься вверх, при этом, чтобы мы не прыгали, а просто нажали идти и шли, да. Делается это вот так. Здесь тоже надо будет где-нибудь поставить ступеньки, блин. Так, как же я сейчас залезу-то сюда, подождите. Нет, что-то не так, немножко.
Как же мне залезть на эту фигню? Так, давайте попробуем сделать так. Просто ступеньки будут работать правильно, когда мы их поставим до конца самого, да? Ну, хотя бы вот так. Пока мы будем так подниматься, так будет все равно быстрее. А, вот, да. Все, и пошли. Вот так, пиу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, разогнался, разогнался. Что я творю? Ноги, куда меня несут ноги? Так, ставим именно на этот блок. Ага. Ага. Во-во-во-во. Ага. Пошло дело вот так вот. И все, и мы пришли. Профит. Теперь давайте проверим, чтобы я не упал по дороге. Ну да, немножко хп от него. Все, приехали. Нормально, пойдет. Хорошо, то есть у нас появилась лесенка и появились рельсы. У нас проблема с едой, огромная проблема. И у нас нету топора. Да, давайте сейчас быстренько сделаем топор, срубим дерево. Еду нужно, пшеницу. Пшеницу надо брать из ростков, да, то есть это надо найти опушку и там идти брать их. Ну ладно, пока мы сделаем это таким образом. Возьмем булыжник, давайте дальше сделаем топор, по фасту топор делается вот так и вот так вот. Окей. Все, лесгил срубим. Что с едой реально огромная проблема. Огромнейшая. Так, все, я железный терминатор. И уже нужно начинать строить бур. Буровую. Не, не буровую установку, а просто бур. Ручной бур. Когда я найду алмаза, я сделаю апгрейд бура. Апгрейд бура. Как звучит красиво. Давай, 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 братюня, давай! Быстрее! Сейчас будет взрыв. О, как пробило красиво-то, а? Нормально, нормально. Все, кучу дерева мы собрали. Видите, здесь, к сожалению, не падает эта пшеница тупая. Все, собрали. Все, собираем, собираем, собираем. Окей, отлично. А, зато мы яблоки собрали. Сколько яблок? Два яблока. О, как много, а. Так, теперь мы делаем так. Убираем это. Вот, 20 саженцев. Когда я уже буду в плюсе-то, я не могу понять, чтобы я мог больше сделать деревьев. Так, ну-ка смотрим. Угу, вот так. Сюда, сюда, сюда. Вот, теперь я в плюсе, да? У меня еще появилось одно дерево лишнее. Я в плюсе! Да. Ну, нам некуда его пока поставить. Ну-ка, а сюда она поставится, нет? Не, нельзя. О, вода. А здесь разве вода была? Что-то я не помню этого, странно. Ладно, let's go. Так, let's go сюда. Нет, не ставится. Вон, какая красота. Белый, синий, красный. Отлично. У нас еще выросла пшеница. Давайте соберем. Дай мне два ростка. Вот, два выпало. Отлично. Потихонечку идем в плюс. Уже получше. Так, у нас мало пшеницы, конечно, мало. И костей у нас. О, одна кость есть. О, нифига, аж три. Нормально. Давай, братюня. То есть лучше удобрять то, что уже более-менее выросло, да? Нам тогда надо будет тратить всего лишь одну костную муку. Ну вот, смотрите, все, теперь у нас полностью забито. И так нужно сделать еще парочку. Пару рядов. Так, все, железо мы добыли, хорошо, сделали. Теперь давайте начнем делать бур. А, нужен молоток, молоток. Ну поехали, что ж. Молот. Начнем с молота. Молот. Вот он. О, молоко. Ага, 5 слитков. Ну, сейчас быстро очень у нас железо уйдет. Очень быстро. Все, молот есть. Так, не знаю, ножницы сейчас делать или потом. Давайте, наверное, потом будем ножницы делать. И смотрим опять, что нам нужно. Бур. Нам нужен бур. Сначала шахтерский, бомжовский бур, который и так собрать тяжело. Господи, как много-то. Ой, как много. Да. Ой, я не могу это видеть. Нет, короче, нам тяжело это будет собрать. Нужно будет найти дерево резиновое, кстати, чтобы я провода из него получал. О, резину. Нам нужно найти резиновое дерево, да? Ну что ж, тогда мы пойдем сейчас в путешествие. Что я вам могу сказать? Нам нужно искать дерево.
Я думаю, взять с собой там пару лопат и пойти путешествовать, набрать земли, там, деревьев собрать. Резиновое дерево. Ну хорошо. Нужно взять с собой еды. Это говно нельзя есть, по-моему. Его можно только бросать. Ой, ну ладно. Пофиг. Так. Все равно его есть нельзя было, только если пирог делать. Смотрим, что у нас есть. Только яблоко осталось. Как мало. Сейчас, в принципе, на грядке может что-нибудь вырастить, да, и тогда мы сможем сделать еще кусок хлеба. Давайте собираться в путь тогда. Выкладываем все лишнее, да. Тут деревья, булыжники я ставлю, выкладываем. Выкладываем сюда, тоже выкладываем. Ступеньки выкладываем в инструменты, ступеньки, это же инструменты у нас. Так, красители все выкидываем. О, пшеница. У меня уже есть пшеница, хорошо. Так, если будет еще одна, мы сделаем еще хлеб. Так, что у нас здесь? Так, что у нас здесь есть, да? Смотрим, что нам нужно в путь. Я думаю, лодка нам не нужна. Нам нужно будет оружие. Оружие у нас есть. Потом кирка у нас есть. Надо будет еще одну кирку. Есть еще одна кирка. Ну да, мотыга нам не нужна. Давайте уберем лишнее, вдруг нас убьют. Вот топор нам нужен, лопата нужна. Это все нам нужно. Это мы оставим сюда. Это нам не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Вагонетка нам не нужна. Ее мы кладем в инструменты и ложимся спать. Ложимся спать. И сейчас утро вечером удлинеет и пошлите в путь. Все, выбрасываем последние вещи. Ну, вот так вот как-то, да? Еды немного, но ладно. Ну что ж, let's go. У нас пометка дома есть? Есть. Давайте глянем, где у нас есть лес. Вон там есть лес. Нам нужно резиновое дерево. Ага. Можно сделать умнее. Можно сделать кран. Давайте мы так и сделаем. Мы сделаем кран, с помощью которого мы будем добывать резину. Чтобы сначала добыть резину, а потом уже рубить дерево. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Это очень важное дело, потому что без резины... То есть, какая задача? Найти резину, срубить деревья, найти ростки деревьев, чтобы потом пересадить его рядом с нами. Потому что резиновые деревья нам нужны будут всегда. Гоу-гоу. О, где же мясо полно? Господи Иисусе, сколько мяса. Сколько же мяса. Курица. Отлично, я забыл что-то про них. Просто по дороге убьем парочку. Так, вон коровы, свиньи. Let's go, братюня, давай. У-у-у! Теперь смотрим деревья. Те деревья, да, они выглядят как факи. То есть как палец такой торчит. Одинарный палец. Я с собой кровать не взял, это моя ошибка. Ой, какая ошибка. Ну ладно. Поэтому нам нужно будет недолго здесь ходить. Надо было взять кровать и верстак один захватить. Давайте убьем парочку, да, животных. Что мяса очень много здесь. 7 штук. Офигеть, 7 плюс 7 уже. 12, ой, 14. Так, подождите, я просто задумался. Где эти деревья-то у нас? Что-то я не лицезрею эти деревья. О, он красавцы, он ходит. Давайте, где вы? Они больше такой местности, да, более-менее болотной. Нет, не сюда. Где же деревья? Где? Так, нет, уходим. Опять еды нету вонючей. Так, давайте покушаем. Болото. Болото было в другой стороне дома. Можно еще здесь посмотреть. Где же может быть? Так, давайте хлеб поставим сюда. Let's go. Так, самое главное, на сыпучие пески не попасть. Не вижу ни одного, блин. Ну что ж такое, где они? Давай. Так, у них не может быть березового основания, у них только такие темные стебельки.
Нет, ладно, let's go. Будем искать, будем искать. Нужно найти обязательно. Ох, сколько там рыбы плавает. Не рыба, а киты. Как раз нам нужно будет делать черную крышу. Мы можем, кстати, еще найти сокровищницу. Это тоже плюс. Сокровищница. Так, ну-ка, если мы пойдем в другую сторону. Там, по-моему, в другой стороне было болото. Вот в той стороне. Все, бежи. Во-во-во-во-во, давай. Я надеюсь, что там будет. Ну, вот чудо летает, смотрите. О, это другая вышка? Или это где я взорвался? Это, наверное, где я взорвался, да? О, я дерево нашел, смотрите. Вот оно, дерево. Вот оно. Видите, факт такой. Такой палец торчит, типа. Сначала делаем так, собираем. Липкая ситуация. Теперь что? Это дерево, оно не ломается с одного раза. То есть мод не работает на эти деревья, да? А нужно что, найти ростки сам? Вот, есть первый, отлично. Давайте порубим. Видите, когда мы рубим, выпадает тоже еще резина, латекс. Ну, из этого латекса получается только резина. Отлично, у нас есть три резины. Вот, уже два ростка есть, два саженца, отлично. Нужно побольше. Чем больше, тем лучше. То есть мы потом будем просто ходить и собирать. Кстати, там вверху. Ой, не туда пошел. Где я? А где фак? Там вверху что-то синее, наверное, это алмаз. Так, хорошо. Одно дерево мы нашли, это уже хорошо. И у нас уже будет, получается, три батарейки. Вон еще одно дерево. В прошлый раз, помните, здесь были мутанты? Тихо, осторожно, чуть не упал. Видали сломанные деревья? Это, скорее всего, големы их ломают. А, или это сожгли, которые... Что-то все горит. Ну ладно. Что-то все горит вокруг меня. Так, все, осторожно, давайте поднимем. И опять ищем, где-то есть. Вот она, оранжевая шляпа, латекс собрали. Кстати, вот это вот дерево, гневеет, как называется? Гевеет. Такое говно. Вот не советую собирать ее. О, саженец березы. Какая в жопу береза? А, да, они просто рядом растут. Вообще, обычно вот эти саженцы, о, гевеи. Гевеи, они растут по три штуки обычно. Сейчас почему-то по одному стоят. А вверху реально, наверное, алмаз, да? Ну, дай мне саженцы 4. Ну, в принципе, 4 это уже неплохо для начала. Конечно, лучше побольше. Давайте тогда срубим парочку, давайте. Видите, она рубит быстро, потому что молот не работает. Видите, рубит быстро. Оп, оп, оп. 5 штук. То есть 5 этих фигнюшек это 5 резинок. То есть в итоге это 5 проводков. Нам нужно один провод для одной батарейки. Нам нужно три батарейки, то есть три провода. Ага, там, скорее всего, реально алмаз. В прошлый раз, помните, да, в первом выпуске, по-моему, я здесь взорвался. Ну-ка, могу ли я здесь подняться вверх? Может, что-нибудь интересное будет? Сейчас, 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 сейчас все замутим, вы не беспокойтесь. Сейчас все организуем. Жалко, что C4, ну, взорвалось. Так бы я подобрал бы его. О, как высоко-то, а. А если я упаду? Если я упаду, будет очень больно. Я вам говорю честно, будет нереально больно. Блин, так. Ой, как высоко-то, матерь божья. Аккуратно. Ребята, давайте молитесь, чтобы я не упал. Вот. Нам же надо вниз спускаться. Это алмаз, да? Да, наверное, из него можно много. 9 алмазов. Хо-хо! Нехило, нехило. Пойдет. Но это, конечно, чисто повезло, что это здание здесь стоит, потому что мы больше такого здания не видели в игре. О! Даже он появляется, получается. Он, наверное, появляется и исчезает.
Теперь, конечно, самое главное, одно дело найти алмаз, другое дело вернуться вниз, домой. Если сейчас сломал бы этот блок, я бы улетел бы туда и сдох. Печальный конец, да? Опа, опа, опа. Отлично сходили, то есть у нас появились алмазы. Больно. Алмаз это хорошо, это хорошо. Так, давайте не будем уходить далеко от дома. О, сколько там много. Ой, как много вас-то. Ой, как много. Так, ну давайте найдем еще одно дерево и уже будем закругляться. Нам нужно еще хотя бы одно дерево, одно. Блин, столько много берез, ничего полезного нет. 4 штуки. О, вот, вот, вот. Да? Да, да, да. Или нет? Так, я не вижу наверху. Есть палец? Есть палец, это оно. Ну, к сожалению, на ней пока нету латекса. Ну, давайте это сломаем. Может, что-нибудь выпадет интересное. Самое главное, это саженцы. Саженцы. Ну, давай, братюня, давай. Блин, ломаем лопату. Не, не, давай, саженцы, где? 4, мало. 4, 4. Опять скрестилась с этим говном. Ну, давай, давай, саженец, хотя бы еще один, а? 4, мало. Это уже береза пошла. Не, не хочешь нам давать саженцы. 4 штуки пока. Уже все темнеет. Нужно бежать, короче, домой. Let's go, let's go, let's go. Пока хватит этого. Мы набрали нормально, да? То есть нам хватит резины, я думаю. В любом случае посадим деревья. Потом будем пытаться убивать скелетов и выращивать эти деревья заново. То есть будем пробовать размножать. Let's go, домой. Домой, домой, домой. Нашли 9 алмазов, это очень хорошо. Алмазный блок. Нам нужно будет 3, чтобы сделать алмазный бур. Ну и, в принципе, можно тратить уже алмазы на кирку. Ой, темнеет. Давай я с разбегу. Главное, чтобы нас не засосало в трясину. Ну и все, вон наше дерево красивое растет. Так, все, пришли мы домой. Нормально. Фух. Вот такие у нас были побегушки. Сходили с огромной пользой. Нашли саженцы, нашли дерево, нашли алмазный блок. Давайте уберем. Я думаю, алмазы можно сюда убрать. Хотя они не квадратные, пускай будут здесь. Ну все, всем спасибо за просмотр. Ребята, оставляйте комментарии. Всем пока.